Всем привет, друзья, с вами Нельфгорн, это игра Аворион. И вот с самого начала я бы хотел поговорить о том, что я хотел потестить мультиплеер, но вот, ребят, публичные сервера, они еще недоступны. И вот этого здесь не хватает. Не хватает, знаете, вот этого рандомного мира, когда вы зашли, и у вас нету там друзей, вы не знаете там никого, и вы вот летаете на публичных серверах, встречаете каких-то громил, которые вас щемят, или наоборот, вы стали каким-то громилой там на каком-то убер-огромном корабле, и других щемите. Здесь этого не хватает. Выделенный сервер есть по IP, LAN. Это все круто, но это вот не то. Это не то. Но все равно это не то, ребятки. Хотелось бы вот именно свободы, как бы, ну, как бы это сказать, какой-то вселенной, которая бы жила независимо от меня, так скажем, от моего присутствия там. В этой серии я бы хотел вообще поговорить об игре, да, то есть и свои впечатления рассказать о ней, потому что как-то за несколько этих серий, пока я поиграл за кадром еще, я познакомился с игрой и понял, что это, блин, ну, делали бы так все игры. Вот делали бы так все игры, и было бы вообще потрясающе, серьезно потрясающе. Потому что на данный момент это очень крутая игра. Единственное, вот меня очень сильно расстроило, конечно, что нету серверов, конечно, что нету подключения какого-то. Это, конечно, печально, но... Но с другой стороны, ну и как-то и пофиг, ладно, пока что нет, и ладно. Вообще за кадром я построил себе такой вот довольно-таки мощный корабль получился, довольно-таки, ну, громоздкий он такой вот, вот так вот выглядит он необычно. С такой передней защитой лобовой, да, то есть. Куча у него двигателей, ну и вообще он такой весь довольно-таки мощняцкий, очень генератор мощный у него внутри скрыт, ну и накопители... Как это, батарея, да, тоже очень мощная. И вот вообще, что об игре, да, то есть вот что в игре есть. В игре есть у нас почти все. У нас рандомно генерируется вообще вся вселенная, да, то есть у нас огромнейшая карта. Огромнейшая карта. Вот такая вот, да, то есть при этом при всем это все сектора, и в которые в каждый сектор можно пролететь, и в каждом секторе что-то может быть находиться, при том рандомно, вы там можете найти что угодно. Вот, собственно, перед началом этой серии я нашел вот здесь вот, вот в этом секторе черную дыру, ребят, ну или какой-то такой пространственный прорыв, через который я зашел, и вот смотрите, вот линия такая, тю, и вот сюда вот перешел, потом пропрыгал и вот здесь вот оказался. Очень круто. Но и представляете, может быть какие-то инопланетные базы, может быть еще что-то, пиратские базы, какие-нибудь прям форты, не знаю, огромные города или еще что-то типа такого можно найти. Есть торговля, да, то есть торговля при том очень шикарная, то есть зная, записывая, разбираясь в этом, запоминая, да, где что продается, по каким ценам примерно, можно на этом очень большие деньги зарабатывать. Мне очень понравилась тема свалок, да, где вы приезжаете, оно прилетаете, платите денежку, ставите пушки и начинаете разбирать корабли, получая с них ресурсы и также себе модули, очень хорошие модули, при том, то есть за час можно спокойно набрать 3-4 золотых модуля, которые можно продать за 1200, 300, 400 и тому подобное. То есть, в принципе, это не проблема, это очень круто. Конечно, собирательство тоже потрясающее, мне очень нравится, как здесь находится все вот, ну, все эти ресурсы, как находятся, да, то есть, как это вообще все можно делать. Пиратство то же самое, да, то есть, я сейчас, конечно, буду скакать с мысли на мысль, но все-таки. Пиратство тоже очень темачное, то есть, вы прыгаете в какой-нибудь сектор, там находите любой корабль и просто начинаете атаковать. Если он не уходит в подпространство, то вы забираете с него весь лут, и довольно-таки круто. Это, конечно, не всегда получается, вот я там вижу что-то красненькое, да, вот там вот вижу красненькое, прям что-то мигает. Можно забрать. Ну вот, в данный момент, вот это тоже прикольный момент. Но сейчас там вот идет конфрактация. Кто-то куда-то телепортнулся, да, то есть какие-то то ли сюда в этот сектор враги телепортнулись, то ли здесь они были, то ли... Ну, кто-то, захват начался, и вот здесь началась война. И вот, смотрите, вот давайте мы сейчас туда слетаем по-быстренькому, да, я надеюсь, я успею затормозить, господи, ну и ярко у нас двигатели. Так, главное не врезаться, ребят, вот... Какой-нибудь. И вот, видите, здесь очень много... О, аккуратненько, аккуратненько. Вот, отлично.
Главное, в обломке. Вот, видите, смотрите, синий какой-то штучка какая-то. Зелененькая какая-то. Сейчас мы затормозим, давайте. А то... Ну уже давай, тормози. Прям не хочет тормозиться. То есть синее, зеленое, вон белое, там вон еще что-то горит. То есть все, мы просто даже собирая ресурсы, мы такие типа хоп-хоп-хоп, типа немножко подзаработали. Да-да-да-да-да-да-да, стопешечка, двигатели, давай. Все, затормозили. Очень тяжело, конечно, выровнять вообще... корабль или управлять корабль, или создавать корабль нормальный, то есть большой, не маленький его размера, да, а именно большого размера и такой, чтобы он, знаете, хорошо управлялся, хорошо двигался, при том, что мой корабль сейчас сделан полностью из титана, то есть, как видите, у меня 21 тысяча титана есть, так что, ну, как бы в этом нет проблемы. Вот так же можно здесь встать просто и смотреть, как они там воюют, вон уже какая-то синенькая штучка, вот уже можно подобрать, в принципе. И также просто вот эти модули собирать с них. И довольно-таки неплохие модули можно получить. Вплоть до золотых, которые можно продать за бешеное бабло. Вообще, вот мир в Аворион, да, он какой-то живой. Он реально живой. То есть здесь постоянно что-то происходит. Торговцы прилетают, пираты нападают, конфронтации между друг другом. Фракции эти воюют постоянно. Ой-ой-ой, тормози. Давайте попытаемся вот так вот затормозить. То есть... О-о-о, как-то я... Ну ладно. Давайте в стороночку и быстренько посмотрим, что я поднял. Вот давайте вот так вот. Нет. Где-то здесь груз, инвентарь. Нет, я вот, наверное, опять не туда. А, ну да, я не на ту кнопку нажал. Вот, инвентарь. Ну и вот, посмотрите, я поднял, похоже, какой-то из пушку какой-то. И вот две батареи точно вот такие вот были подняты. Скорость перезарядки батареи, скорость перезарядки и энерговместимость. Очень великолепно, по-моему. Кстати, можно установить, и энергия у нас теперь будет намного быстрее и перезаряжаться, и намного ее больше будет. Вот это вот давайте возьмем. Вот так вот, оп. А вот это скорость перезарядки уберем и поставим вот это 34%. Ух, потрясающе. Притом они не требуют электричества. Ну ладно. Карты я уже говорил, да, то есть. Вот размеры, да. То есть я так понимаю, в центр вообще можно как-то пролететь и тоже там. То есть вон прям видно, сколько тут звезд. То есть также можно там, наверное, самое... Вообще жарко там, наверное, вот этот Аворион материал как раз-таки можно найти. Но, скорее всего, за него надо будет подраться и... очень сложно при этом подраться, потому что я уверен, что чем ближе к центру, тем сложнее игра становится. Ну, наверное, так оно здесь все и построено. Что еще в игре есть, да, там? Торговля, пиратство я перечислил. Крафтинг. Есть крафтинг, вы можете создать не только корабли любых размеров. Ну, не знаю, предел, наверное, все-таки какой-то есть, да. Скорее всего, предел материалов и ресурсов и обеспечения корабля, скорее всего, есть предел. Крафт именно... Именно, как бы это правильно выразиться, крафт именно модулей, пушек, тому подобное. Можно авианосцы построить, ну, представляете, или как это, истребителя-носца, или как это правильно сделать. То есть сделать в корабле ангар туда, а сделать истребителя, нанять пилотов, они будут у вас стартовать с вашего огромного корабля и атаковать ваших врагов. Потрясающие, великолепнейшие идеи. Можно скоростные делать и точные кораблики, можно более мощные и массивные с кучей орудий, да. Ну, в общем, воображение здесь можно вот, ну, до бескрайности можно воображать, что-то придумывать, создавать. Вы сами видели вот в нескольких сериях, да, то есть я там показывал, как создаются корабли, какие размеры, формы и тому подобное. Притом у каждой фракции свои формы кораблей. Вот что еще самое интересное, то есть вы... То, что я вот показал там в одном месте, да, то есть это не значит, что вот они только вот такие. Можно перелететь в другую, ну, в другую локацию, да, или как это, галактику. И там, если можно будет создать корабль, то он уже будет другой формы. Кстати, вот сейчас вот можно посмотреть, здесь, наверное, нету, да, здесь фермы. Да, здесь, по-моему, нету. Угу. Да. Фабрики и тому подобное. То есть, а это пират, что ли? А чё? Стоп, а чё это он? А чё это он? Ай, дайте его нафиг! Из двух стволов. У меня довольно-таки приличное количество стволов. И
Воу-воу-воу, я прям вообще его громлю. Смотрите, что творю, а. Что творю, что творю? А почему красный-то мне? Я что-то рванул. Ну ладно, пока давайте его уничтожать. Может быть, я еще поближе подплыву. Воу-воу-воу, а что там с базой-то? Отношения с Кова-пираты... Кова-пираты ухудшились. То есть... У меня отношения с пиратами ухудшились, отлично. Но, понимаете, если я хочу, типа, с пиратами, наверное, дружить, что, скорее всего, можно, да, потому что, в принципе, вот взаимодействовать можно и поговорить, где ваш домашний сектор, да, то есть вот можно слетать к пиратам, да, отдайте мне ваш груз. Вам лучше удалиться. Сбрасывайте груз, я не отдам свой груз какому-то жалкому пирату. Как будет угодно. Притом, видите, не я один атакую, то есть его еще кто-то атакует. Ну, вообще, жесть, короче. Жесть происходит, на самом деле. Но прикольно, прикольно. Притом, это пират. Он еще такой, типа, недовольный. Ладно, давайте попытаемся уничтожить просто-напросто, и все. Вон, его прям вообще метают. И игра очень потрясающая. Она затягивает. Здесь очень великолепная атмосфера. Здесь очень, как бы это сказать... Ты вот прям погружаешься в игру. Вот это добыча, создание, да, то есть какие-то еще такие моменты. То есть вы создаете корабль, да, торгуете, пытаетесь где-то денежки найти, да, там особенно когда выплачиваешь зарплату персоналу, там просто в минуса резко уходишь. Все это круто, но сразу же еще могу сказать, да, то есть, что... Ну вот к чему это видео вообще? Что эту игру... великолепный, в нее великолепно играть, но ее неинтересно смотреть. Это вот есть такой момент неприятный. То есть ее не очень интересно смотреть, реально. Давайте поближе подлетим и попытаемся просто, да, разобрать, ребятки. Просто мы сейчас, смотрите, мы прям бурами его. Вау! Воу-воу-воу! Прям бурами вообще. Жесть! Прям бурами разбираем, ребятки. А интересно, они вообще работают? Не понимаю. Офигеть! Воу-воу, по мне тоже, конечно, попадает. Он ушел. Отношения с Кова-пираты ухудшились на 1399. Воу, жесть. Ну, это понятно, что меня тут подзорвали немножечко. Давайте посмотрим, что... Ух ты ж, смотрите, как хорошо тут мне... Так, через 15 секунд можно будет починиться. Хорошо подорвали тут, и фонари мне подорвали. Но корабль у меня намного... бронирование стал, то есть я создавал из материалов бронированных, ну и вообще как-то старался сделать более такую уже машину, которая бы именно могла драться. Да, можно дорабатывать до бесконечности, но все-таки, мне кажется, у меня получилось довольно-таки интересно. И вот именно еще раз повторюсь, что я люблю скакать от темы к теме. Что в эту игру великолепно играть и очень интересно, но вот смотреть ее не очень интересно. То есть я постарался посмотреть... свои же видосы, да, то есть за кадром. И, ну, я вот понимаю, что ее неинтересно смотреть. Да, конечно, может быть, слушать какой-то диалог, но вот именно смотреть ее неинтересно. И вот здесь же хотелось бы мультиплеера. То есть с кем-то вдвоем коалицию создать, да, представляете, ну, базу отстраивать, ресурсы добывать, пиратством заниматься, на кого-то нападать. Я вот поэтому начал именно с мультиплеера. Я прям вот именно к этому и хотел, на самом-то деле. Я хотел поиграть немножко за кадром, научиться. И такой типа, вау, зайду на сервер, а там вот, видите, этих серверов нету. Ну и как бы на этом, наверное, вот к этому я всему и веду. Что я, скорее всего, подожду, когда появятся вот такие вот мультиплеерные сервера. Конечно, на самом деле было бы круто запустить самому сервер. Но я так понимаю, что... Очень мало, конечно, у этой игры будет поклонников, к сожалению, потому что, во-первых, космос, он не всем нравится, он мало кому нравится, и не все любят вот этот бескрайний космос, спокойствие, да, вот это вот там, ну, как сказать, создание, торговля, ну, то есть, хотя, нет, стоп, а EVE Online все-таки, конечно, не сравнится с этой игрой, но чем-то похожи они. С EVE Online может, все-таки она же популярна, в нее же очень многие играют, там именно тоже торговля и добыча, все это есть. Ну ладно. Короче, когда появится здесь мультиплеер, появится именно мультиплеер такой, что публичные сервера появятся, на которые можно будет заходить и играть, вот тогда вот я обязательно вернусь к этой игре, обязательно попробую еще раз поиграть и поиграть уже в мультиплеере и постараюсь, может быть, даже с кем-то. Это было бы реально интересно. Мне даже просто самому попробовать хочется.
Ну а на данный момент я потихонечку пират атакует этот сектор. Потихонечку буду заканчивать эту игру на своем канале. Если вас это не устраивает, ребят, пишите комментарии, пишите свои мнения, делитесь, ну, каким-то, может быть, как это, каким-то опытом делитесь, да, потому что я в игре все-таки профан, то есть я очень много еще не знаю, я очень много еще тут не достиг, потому что, ох ты ж, раз это ударился носом, потому что здесь еще есть куда стремиться, есть до бесконечности что создавать, там и корабли, и базы, и даже, представляете, тут же базы даже можно будет создавать свои, то есть захватывая метеорит, или, ну, астероид, метеорит, господи, захватывая астероид, вы можете создать на нем базу, или вот в данном случае точно можно создать шахту, да, то есть, а в дальнейшем, наверное, и какую-то базу. А может, это просто летающая какая-то база. Типа, там, звезда смерти, да, интересно, вот, возможно ли таких какие-то большие размеры сделать. В общем, я надеюсь, вы меня поняли, и мой посыл тоже поняли. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, и если вы со мной согласны или не согласны, неважно, пишите в комментариях свои мысли, я попытаюсь все выслушать и обсудить с вами вместе дальнейшую судьбу этой игры вообще. Всем всего, удачи и пока!